курс дети читают стихи. Меня зовут Роман Герасимов. Мне 10 лет. Сегодня я вам расскажу стихотворение Татьяны Коваль «Стану Дедушкой Морозом». Когда я стану стареньким, надену шубу, валенки. Не буду я проказничать, а стану я серьезным. Начну еще я с молоду растить большую бороду. И буду обязательно я Дедушкой Морозом. Лениться я не стану, большой мешок достану. И раздавать подарки я буду всем подряд. И бабушкам, и мамам, и дедушкам, и папам, мальчишкам и девчонкам. Пусть каждый будет рад. И будет словно маленький бежать дедуля старенький под елочку колючую подарок свой искать. И будет, как девчонка, смеяться мама звонко, а папа, как мальчишка, от радости скакать. Я маме по секрету поведал тайну эту. Обрадовалась мама, смеялась аж до слез. От счастья зарыдаешь, не каждый день узнаешь. В семье-то подрастает сам Дедушка Мороз.